Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Никак у меня не получается так, чтобы я сняла себя и то, что я делаю, одновременно. Я рада вас приветствовать на своей кухне. И я готовлю сегодня обед. Что у нас сегодня на обед? У нас сегодня на обед куриные ножки на овощной подушке. Этот обед всегда универсальный. Его можно подать гостям. Его можно скушать самим. Вот. Сейчас я вам покажу. Начинала дважды снимать. Камера сама отключается. Что за безобразие? Наверное, домовой мешает. Так. Картошечку я уже начистила. И режу ее на 4 части. Вот. Здесь нужно на 3. Лучок нарезаем. И сейчас я вам покажу, какую овощную подушку я сделала. У меня здесь одна красная паприка или болгарский перец. Картошка, цукини, лук. Обычно берешь то, что у тебя есть под рукой. Вот. Я взяла специи для курицы, для жареной курицы. Я обычно с ней, с этой специей и делаю свои овощи. И мы сейчас немножко слежалось. Мы все это хорошо посолим. Здесь в этих специях есть и перец, и соль. Так. Перемешаем. Так, распределим, чтобы было равномерно, красиво. Вот. Ну, вот так выглядит моя овощная подушка. А сейчас мы приготовим мясо. Мясо я купила вот в такой дозе. Страшно люблю такие дозы. Я их потом использую где-то под посадку, где-то под какие-то вещи. Ага, вот тут есть хвостик. Снимаем крышку. Так. И начинаем разрезать на 2 половины. И даже, наверное, на 3. Так, отрезаем сначала. Так, ножичка, ты где? Вот тут где-то, да? Угу. Надо еще приноровиться и найти место. Вот. Вот так отрезала ножку. Вот эти все шкурки лишние. Все убираю. Не люблю шкуру куриную. Так. И сейчас мы отрежем ляшечку. От хребетика. Так, хребетик, вот он, ляшечка, вот он. И отрезаем. Получилось, что у меня один окорочок разделился на 3 части. Ножка, ляшечка и спинка. Ложим так, чтобы шкурка была сверху, чтобы она зарумянилась до хрустящего состояния. Опять отрезаем ножку. Вот так. Отрезаем шкурки все лишние. И жир тут есть еще. Это все на выброс. И отрезаем хребетик. Да что ты,
Фу, слепая бабка. Раньше у меня прям на ура это шло. А теперь вот. Я разрезала два окорочка, нам это маловато будет. Я возьму третий. И три еще брошу в морозильник. Ну вот, на третьем уже пошло. Дело пошло. Отрезаем опять все эти шкурки. Жилки, салки. И выбрасываем. Вот. И опять. Сегодня на обед у нас никого не будет. Поэтому на двоих это 2 килограмма ножек. Это много. Так, ложим сюда. По спиночку. И вот сюда. Швейный раппорт. Свинство, безобразие. Вот. И я вам сейчас покажу, какое у меня прекрасное блюдо получилось. И оно отправляется в духовку, потому что духовка уже нагрелась. Что мне нравится в этом? Я не добавляю никаких жиров. Весь жир, который вытопится из курицы, истечет на противень. Он и будет сдабривать наши овощи. А в основном они будут готовиться без жира. Я уже пробовала такое подавать своим друзьям, когда они были у нас в гостях. И потом получала звонки, что я туда ложу. Вообще на овощную подушку, даже если вы готовите фрикадельки на овощной подушке, надо еще все просмотреть, чтобы было все чистенько. Я такое не люблю. Вот. Идет все, что у вас есть дома. Я забыла положить морковь. Ну, я сейчас это исправлю. Обязательно нужно положить морковочку. Все, что есть у вас в наличии. Морковка, цукини, картошечка. Все, что есть. Быстренько добавляем морковь. Как это мы могли про нее забыть? Вот я взяла 3 морковки. Сейчас я ее приготовлю. Ну вот, мои хорошие, морковь я добавила. Еще раз я присолю специями для курицы, чтобы морковка тоже чуть-чуть получила вкус. И вот это прекрасное блюдо, которое сегодня будет на обед, отправляется в духовку. А когда оно будет готово, я вам его покажу. Ну что, девчонки, мальчишки, а также их родители. Вот она я на своей кухне. Вот, посмотрите. Не совсем помятая. Конечно, не ухоженная, не накрашенная, как пишут мне в комментариях. Но мне на это наплевать. Какая есть, такая есть. Натуральная. Вот. Девчонки, вот это мои окорочка. Вот, с моими овощами. Красиво. Сейчас покажу вам еще по-другому. Но красиво. Курочка подрумянилась. Даже постукивает. Видите, постукивает. Под ударом пальца. Все сварилось. Все запеклось. Все очень вкусно. Если вы подадите вот так на стол, это будет не стыдно. Поставьте тарелки, положите салфетки, разложите вилки, ложки и приглашайте своих едоков к столу, чем я сейчас и займусь. А, хочу вам показать. Здесь у меня, конечно, беспорядок, потому что духовка пустая. Обычно там стоят сковородки. Приготовлен арбуз. В кастрюле солятся бочковые помидоры. По методу из Ютуба. Еще хотела кое-что вам показать. Смотрите. Полная чашка
продуктов приготовленных, часть из которых пойдет тоже на YouTube в видео. Так что, девчата, живем. Ну что, мои хорошие, счастья, здоровья. Всем всего самого доброго. Спасибо за ваши комментарии. Не хвалите меня. Знаю я себе цену. Какая есть, такая есть. Какая получилась. Вот. Есть у меня новости. 31 августа мы с вами уезжаем на курорт на 3 недели. Я сама выбрала то место, куда я поеду, и мне подтвердили. Так что надо уже собирать чемоданы потихонечку, готовиться. И еще одна новость. Вчера была у глазного. Правый глаз нужно оперировать. Это не очень хорошая новость. Ну, зато левый хороший глаз смотрит хорошо, видит хорошо. И даже очки менять не надо. Очки в Германии это что зубы, что очки, это целое состояние. Ну вот как-то так, девчонки. Всего всем доброго. До новых волнующих встреч. И всем пока-пока. Я вас люблю.